Саков. Она экономит режим, там батарейка уже на нулях, поэтому ну, должна, написано, да. Первый раз пробую, поэтому... Ну, взяли. Ага. Ну, интересно. Интересно. Ну, нет, подвод. А вы сразу нет, вот с этим снижателем? Нет, это был, у меня куплен отдельный, палка такая. Вот, мне больше всего нравится. Подводная, я как увидел, ребята снимали, вот профессионалы, у них все как-то так вот красивенько, а здесь такое необычное качество. Дорого стоит? Фонарь ну не хотели, 59 баксов. В интернете заказывали? Да. Ну, плюс еще, да, плюс еще там вот эта палка, там еще что-то, 89, по-моему. Китайская, да? Ну да, GoPro, она примерно раз в 5-6 дороже стоит, которая, как сказать, первоначальная, как бы, образец. Ну, посмотрим, сравним качество. Просто я тесты смотрел. Если вот хорошее освещение и снимают, скажем, езду по городу или еще что-то, шикарно, цвета шикарные. Wi-Fi есть опять же, я с телефона могу ее управлять, смотреть тоже, сижу в сортире, смотрю, да, а она снимает, прикольно, прикольно, мне тоже нравится, еще не освоил, но осваиваю постепенно. Надо отдельно, еще один. Денис будет его забирать. Это тогда надо в темную выписать вот эти крики каждого, да. И оценивать. Вот, по децибелам. Самый волевой, самый приз. Громче всех. А мне напоминает такой петушок, не надо перебирать. А почему финал второй на четырех столах, а первый на трех? Не повезло. Здесь первый. О, первый. Второй, второй, тут второй. Это не хотят. Они у вас все тут города. Захотят, могут. Thank you.
Тут батарейка уже кончилась, а все пишет и пишет.